Здравствуйте, уважаемые зрители. Чилим мы в ссылочку. Уже пятый раз рестартим дуэльку на Пангее. Первый раз мне выпал Гун, второй раз ему выпала Венеция, третий раз я нашел Эльдорадо, четвертый раз Инки против шведов, проход в одну клетку, чел взял волю, я взял волю, и мы такие-то, ну, нахрен. Так, а тут у нас Дания. Ого-го. Так. Внимание, вопрос. Пойдемте на холмик. КТшка видна. Так, Дания против Англии. И чё? И чё, Традик или Воля? Ну вот сюда город. Блин, короче, давайте пока монумент. Там видно будет. Надо подумать. Чёртов наркоман. Забыл переключиться. Минус молоточек, да? Так. Давайте-ка дубика. Давай раба. Он решил построить поселенца на двух жителях. Братишка, у меня для тебя очень плохие новости, как бы. Походу, молодой человек нубасий. Ну, давайте пока немножечко растим. Фармить денежку. Давайте-ка пирамидки откроем. Здесь почопаем все пока. Мне абсолютно все равно, куда он тут его приведет и где он вообще там стоит. Он взял тратит, но это ГГ ему. Понятно. Блин, неправильно это самое, он же сейчас наступит, да, эта хрень на клеточку, и я не вырасту. Конечно. Как раз эта фигня и...
Перельем, построим пирамидки. Потом расселимся. Да. Да. Ну, он где-то там. А мы вот тут поставим, потом туда куда-нибудь доставим. Мне еще наверх надо бы сходить. Я пока не могу это сделать, но это не так страшно. Там сверху ГГшечка, нужно бы ее тоже пойти найти. Возможно, еще даже дань потрясти. Ну, первый мы прям шелк поставим. Второй вот на железочку, да? Угу. Нет, первый на железочку. Ни хрена себе, 17 молотков. Там чё, это что ли, фигулинка? Копи какие-то. Ну тогда, может, и не нубас, чел. Ну, скорее всего, нубас. Давайте копишка сразу пока посмотрим. Ой, а тут рабочие. Рабочие-то я люблю. Два, кстати, раба. Кабул, да? Давайте потом копишкам. Дубика сейчас наверх поведем. Здесь пока чопаем. Давайте пока лучничком. Так, тут нужно эти самые обработать, да? Пойдемте с кабула стрясем дань, копьем и этой фигней. Пока подвинемся. Что, неужели не хватает?
пища за лагеря? Какая пища, чел, тебя сейчас прибьют? Какая еще может быть тут пища? Пам-парам-пам-пам. Да я прям вот сюда бахнусь, короче, и все. Кстати, можно караванчик сделать какой-то условный, да? Так, что там по армии? Нету там армии, да? Конечно, нету армии. Откуда там армия? Там же тратик. Он там небось думает, что сейчас хватил удачу за хвост и типа... Типа у него все хорошо. А тут какой-то нубаси на волевичке. Каких-то рабов делает, еще что-то какую-то фигню. Бесит, кстати. Пирамиды наспамил сейчас еще. Поди коляски какие-то будет клепать, да, ребят? Поганые. Армию зачем-то строит. Понятно, да? Давайте еще копье. Так, тут дороги нужно копать. И здесь. Все там. Мы прям тут поставим. Что ты там хочешь убить? Лапер там. Пойдемте убьем. Так, что там армии нет? Там, кстати, больше молотков, чем у меня. То довольно, скажем так, впечатляюще, что ли. Пойдем тестируем, еще потрясем. Тут колясочки, наверное, да? Мне вот эту вот фигню нужно обрабатывать.
О, тикан еще дань сейчас даст, отлично. Блин, что-то караван, короче, вообще типа, такое себе, да? А сколько у меня? А, тут всего два коня и тут четыре, да? Давайте еще копье пока. Дамский рабочий. Так, а сколько там? Еще капец, не скоро, кстати. Минус 5 нам. Блин, сейчас город вырастет, неприятно будет. Так, Ватикан. Отлично. Давай тут Стониворкса. Я возьму просто смайлы за города на реке. Надо посмотреть, где он там стоит. Ты ничего себе стрелял. Давайте пока нашей мощнейшей армии пойдем в сторону самое. Так, я думаю, что это мне не нужно уже. Давайте просто лучников. Вопрос, нужна ли мне будет еще какая-то эта самая теха? Думаю, вряд ли. Где он там стоит-то, господи? Ну, в любом случае, откуда-то отсюда будем заходить, пока смайлы у меня есть. Что там по армии? Армии там нету, да? Может быть, он думает, что у него такая прям позиция классная на карте, что он
с армией справиться. Два хода до ЗВ, кстати. Угу, вон он там где-то в джунглях. Ну, капец. Да, он поставил йорк на фигне. Сейчас мы ему его пробреем просто. Все на этом закончится для него. А как он дефать-то его собрался, я что-то не очень понял. Типа стеночку построят. Мне кажется, что стенка-то его не особо тут спасет. Так, коняшки есть, эта фигня, да? Ну да. Так. Чё мы там? Угу. Ну, йорк тогда уроним сейчас быстренько, как он его задефает, никак. Сейчас тут еще копьем подойдем. Сюда поставим рабочих. Нужно ли купить юнита? Давайте купим колясочку. Ну, типа пусть будет колясочка. Следующим ходом заедем со всех сторон на него. Ну и чё, братишка, какой план? Вряд ли он знает, да? Ну, пусть тут пока постоит. Я не знаю, какой там план. Плана там нет. Этот город он сейчас теряет, и Лондон следом. Ну, как задефать город? Никак. Я сейчас срубим просто. ГГ. Ну, конечно, ГГ, ну какой трагик на Пангее в таких близких этих спотах-то, а?
Вот как этот город дефать, ну скажите? Никак его не задефать, ну это просто невозможно. Ну нахрен такие города тогда ставить? Ой, полчаса рестартили, чтобы он так ливнул. Ладно. Сейчас подумаем, может, почилим ФФшечку какую-то. А пока, всем пока.